самым старшим участницам соревнований 10 лет, самым юным едва исполнилось 6. Первенство Академии Ирины Винер по художественной гимнастике – традиционный турнир, где начинающие спортсменки показывают промежуточные результаты сезона и получают самый первый в жизни соревновательный опыт. На данном открытом первенстве у нас более 100 участниц. Также есть у нас и районы из Краснослободска, участницы Качкурова, Инсара. Программа выполняет вот 2016 год. Они, так как самые маленькие, они выступают только без предмета. А гимнастки, которые постарше, 2014-2013, уже могут делать один вид. Соревновались девочки как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Главная задача на этот турнир – показать, чему научились за полгода. Такие же соревнования пройдут и в мае, в заключении сезона. Ну а пока судьи смотрят на прогресс спортсменок и отмечают наиболее перспективных и талантливых гимнасток. Какие элементы сегодня ты показывала в своем выступлении? Что было самое сложное? Самое сложное для меня было колесо. Но это преодолело. У тебя есть мечта связать свою жизнь с этим видом спорта и стать чемпионкой? Есть. А как ты думаешь, что нужно для этого, для того, чтобы вырасти в олимпийскую, например, чемпионку? Смелость, растяжку и улыбаться. Соревнования завершились, и перед церемонией награждения всех участниц ждал сюрприз. Представление от фокусника. Настоящее волшебство юным гимнасткам показывал тренер спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова Нурлан Тажигулов. Ну а затем настало время получать заслуженные награды. На пьедестал поднялись победительницы и призерки в разных возрастных группах. Каждый вручили медаль, грамоту и подарки. После торжественной церемонии начался праздник. Юных гимнасток с наступающим Новым годом пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Для сказочных гостей, родителей и друзей по школе воспитанницы подготовили показательные выступления. Мастер-класс подрастающим чемпионкам дали уже состоявшиеся спортсменки. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости.